Опыт Чувашии в строительстве нового полигона и мусороперегрузочной станции в Чебоксарах необходимо широко использовать. Такую оценку во время своего визита местным властям дал заместитель федерального министра строительства Андрей Чибис. Проблему с утилизацией отходов начали решать и в Алаторе. Местный полигон ТБО в ближайшее время может закрыться. Что появится на его месте и куда будут вывозить мусор из города, узнавали мои коллеги. На протяжении многих лет жителям окраины Алаторя приходилось мириться с постоянными пожарами на городской свалке. Когда ветер подует в нашу сторону, конечно, вся гарь была в нашей стороне. Балконы мы не открывали, форчики мы не открывали. Ее каждое лето жгли. И зиму, и осень, и весну. Они ее поджигали просто, и мы задыхались в дыму. Сейчас, слава богу, первое лето этого не было. Проблему с утилизацией отходов в этом городе обсуждают давно. Муниципальная свалка исчерпает свой ресурс в ближайшие годы. Чтобы избавить местных жителей от неприятного запаха, мусор планируют засыпать землей. Сейчас настоящая свалка занимает 8,4 гектара. После разделения на два участка и строительства мусороперегрузочной станции задействовано будет всего 1,6 гектара. Стало быть, остающиеся 7 гектаров нужно будет провести рекультивацию. Будем работать строго по программе. Через 4 года здесь будет город-сад. Работают начали, задачи нам ставятся Министерством природы. Значит, на данном этапе проводится вопрос по межеванию территории существующего полигона. В следующем году на этом месте планируют возвести новую станцию по сортировке мусора. Проект уже готов. После того, как в Алаторе построят новую мусороперегрузочную станцию, в каждом микрорайоне города вместо вот таких вот ржавых баков установят и новые пластиковые контейнеры для раздельного сбора отходов по отдельной емкости для стекла, бумаги и пластика. После сортировки мусор из Алаторя начнут вывозить на Новочебоксарский полигон. Тарифы обещают в городской администрации повыситься не более чем на 6%. На данный момент с населения ведется сбор платы по квадратурно. То есть как бы идет вопрос об установлении тарифа с человека. Здесь будет намного эффективнее взиматься плата. В ближайшее время в Алаторе планируют решить и проблему стихийных свалок, которые возникают в частном секторе. Местные власти уверены, что новые подходы помогут повысить культуру утилизации мусора. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика.